На замок и прочее, запретить им работать в Абхазии, нет, конечно. Но какой-то порядок, какая-то, знаете, вот в смысле безопасности нашей, сегодня как раз о безопасности говорится, нужно знать во всем меру. Нужно знать, значит, там, где они приносят пользу и где нет. Вот сегодня о Грузии много говорят, та же Грузия, она же вся прозападная. Американцы там хозяева, как у себя дома. Они имеют право на все там фактически. Посмотрите по конституции, по законам. У них улица Буша есть, так сказать, проспект целый. И они принимают закон об иноагентах. Спрашивается, почему? Почему? Ведь у них работают западные, эти же, с этих стран. Но даже они почувствовали опасность. Почувствовали не просто потому, что там сейчас вот эта власть именно, вот поэтому они, эта власть и другие говорят о национальных интересах. О национальных интересах. Они ведь игрушкой в руках являются, военной игрушкой в руках Соединенных Штатов.